Да уж, если бы не мороз, я бы в грязи бы утонул бы тут. Вот выехал на какую-то более-менее нормальную дорогу. Как-то прям неожиданно. Так, куда же она меня приведет, если я по ней поеду? Возможно, впереди лесное кладбище. Ну да, так оно и есть. Включайте свои камеры, будем снимать фильм ужасов. Так, сейчас я еще здесь музыку подходящую вставлю. И тишина. Ну, если я прямо поеду, то я объеду кладбище. Ну а если поеду сюда, то заеду в кладбище. Здесь дорога лучше, конечно. Ну, а если я так поеду, то я выйду на ту дорогу, по которой я приехал сюда. Поэтому, наверное, поедем прямо. Так и сделаем. А еду я по вот этому печальному месту. И думаю... Какая бы жизнь ни была, но ее надо ценить. Потому что вот именно здесь все и заканчивается. И плохое, и хорошее. Поэтому пока мы живем, мы все можем изменить в лучшую сторону. Если у нас что-то плохо. А если же хорошо, то еще сделать лучше. Поэтому, друзья, живите. И радуйтесь каждому дню. Тут дорога расходится. В принципе, мне и та дорога подходит. Просто если я поеду прямо, то я сделаю небольшой крюк. Ну а так как времени у нас еще достаточно, поеду я, наверное. Деревья покрываются инеем. И не только деревья, но и трава. Я там проеду, что-то там забор какой-то. Ну, поеду, если что, вернусь обратно. Ну, вроде выехал. Правильно. А то ехал. Слышал, какая-то техника работает. Стути, грюти. Регион-то у нас суровый, мало ли что, поэтому надо держать ухо востро. Want our souls to collide with our bodies free wild. Baby, let me show you just what I can do. I can teach you to fly. No more pain and no more cry. Деревья попилены, повалены, порубаны. В общем, по Матеевке что-то с деревьями происходит непонятное. Их что-то рубают везде, причем
Это я уже в трех местах, получается. Вчера возле больницы, вот, ехал по улице Героев Сталинграда. Здесь. Видно, что некоторые окна новые. Вот. На третьем этаже новое. На четвертом еще деревянная старая. Где-то видно, что уже поснимали их. С петель. Да, вот второй ряд полностью. Без рам. Правильно, дома пригодится. И там много поснимали. Четвертый этаж вообще. Стекла все побиты. Ни одного целого. С краешку зайду. Ну там темно. Там гляну. Подвал. Смотрите. Стены как разрисованы. Черномор. Снегурочка. Какая-то тетя со звездой на голове. Так, ладно. По этажам бегать я точно не буду. Кто-то туфель потерял. О, елочки отслужили.